Теперь формируем колистимонос. Он здесь в горшке, в цветочном, довольно большом, где-то литров 19 сам горшок. Подстригли колистимонос, он был достаточно высокий, такой разлапистый, не формировался изначально, и теперь первая формирующая стрижка сегодня была сделана. Посмотрите, в форме даже не шарика. Посмотрим, что дальше будет. Но пока убрали сухие ветви, которые были внутри, и немножко его так поплотнее сделали. Причем еще использовали там внутри проволоку для того, чтобы сформировать положение ветвей, как при бонсай. На любом дереве это тоже можете использовать, дереве либо кусте, при формировании. Если видите, что какая-то ветка идет не туда, куда вам надо, можно вполне прибегнуть к этой методике, очень эффективная. А с вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч на канале Тати Гео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, узнайте много интересного. Пока-пока!